честь праздника в Десногорском храме прошла божественная литургия, провел ее протоиерей Виталий Сладков. Преображение, второй спас, спас яблочный – три названия праздника православной церкви, установленного в честь чудесного преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Хор поет особенно торжественно, а цвет облачения священнослужителей белый, подобный одеждам Иисуса Христа. На преображение освящать плоды в церкви – многовековая традиция. В южных странах символом праздника считается виноград, а в России к алтарю несли яблоки. Они поспевали как раз к яблочному спасу, который приходился на первый праздник урожая в древнем славянском календаре. В наш храм на праздничную литургию пришли более сотни десногорцев, чтобы помолиться и осветить свой урожай. Священнослужители благословили принесенные в храм плоды, которые по обычаю посвящаются Господу и зовутся в народе спасовскими. В этот день освящают плоды, яблоки, виноград и все то, что милостью Божией подарила нам земля, которую мы обрабатывали. Но, конечно же, яблоки и плоды, которые мы вырастили, это не является сутью праздника преображения Господня. Это напоминание о том, что жизнь каждого из нас должна также преобразиться. То есть, чтобы в нашу жизнь вошел тот свет, свидетелями которого стали апостолы Петр, Иаков и Иоанн. То есть, надо поменять свои поступки. Чтобы все, что мы делаем, мы бы себя спрашивали, вот понравилось бы это Господу Богу или нет. Чтобы душа была исполнена радости, душа была исполнена света. Чтобы все, что мы делали, делали с весельем и с радостью. Понимая, что Господь нам даровал силы для этого. И вот в этом смысл праздника, чтобы мы с Божьей помощью, совершая добро на этой земле, преображали свою жизнь. И тогда, может быть, в малой степени этот свет преображения Господня отразится на нашей жизни. Может, у нас лицо просветлеет. И людей, которые рядом с нами, сделает тоже и ближе, и добрее, и светлее. С праздником! Православные десногорцы очень любят этот праздник. По окончании службы каждый прихожанин получил в руки освященный плод, чтобы отнести его домой и угостить своих близких. Первый урожай несешь в храм, это раз, и что то, что все что дает Бог, надо осветить, а потом его кушать. Раньше яблоки не ели до спаса, до этого дня, до приближения Господня. Он очень великий, большой праздник, радостный. Слава Богу за все. Завершился праздник преображения Господня общим чаепитием с угощением от храма.